Какие марсианские тайны раскроет новый зонд НАСА? Кто и зачем разбрасывал деньги в американском штате Индиана? И почему новую коллекцию Шанель презентовали под гудки парохода? Об этом и не только в нашем обзоре. Американское космическое агентство НАСА отправило на Марс уникальную миссию. С помощью космического зонда «Инсайт» впервые займутся изучением глубинных слоев почвы Красной планеты, а также ее сейсмической активности. Зонд запустили с базы военно-воздушных сил США Вандерберг в Калифорнии. До Марса он доберется через полгода. В американском городе Индианаполис из инкассаторской машины на ходу выпали деньги. Как оказалось, дверь не закрыли как следует. При падении часть мешков порвалась, и по шоссе разлетелись тысячи долларов. Их бросились собирать проезжающие мимо водители. Но счастье было недолгим. Прибывшая на место полиция заставила людей вернуть деньги. Американские военные сняли пародию на трейлер «Звездных войн». Ролик под названием «Морские войны» приурочили к Международному дню известной киносаги. Видео было снято на авианосце «Дуайт Эйзенхауэр» и полностью дублирует трейлер к фильму «Звездные войны. Пробуждение силы», который вышел в прокат в 2015-м. Ролик за сутки просмотрели почти 200 тысяч раз. Сотбис выставит на торги самое большое полотно «Ню» итальянского художника Амадео Модильяни. Картина «Лежащая обнаженная» была написана художником в 1917 году, незадолго до смерти. Искусствоведы полагают, что на ней изображена профессиональная модель. Сотбис в ожидании рекордных торгов. Стартовая цена лота – 150 миллионов долларов. Карл Лагерфельд презентовал долгожданную круизную коллекцию «Шанель». Атмосферу на показе создали соответствующую. Гудки парохода, крики чаек и главная декорация – огромный корабль. Его назвали «Ла Поза», как виллу Коко Шанель на Лазурном берегу. Собрались и все амбассадоры бренда – актрисы Кристен Стюарт, Марго Робин и Лили Роуз Депп, дочь Джонни Деппа.